Всем здрасте. Ну вот как бы так, дорогие друзья и не друзья, я не стал вылезать видео, которое сделал Алексей с бигбоями. Ему за это огромное спасибо. Это в первую очередь. Значит, во вторую очередь, все, что публикуется у меня в телеграм-канале, и то, что Алексей выставляет на Авито или в мешок, это все реально, это не виртуально. Вот поэтому, когда модели приходят в Москву, Алексей еще находит время сделать видео. Ну, огромное ему за это еще раз спасибо. Значит, далее. Некоторые модели уже стоят на Авито, мешок, и они благополучно, я думаю, доберутся до Москвы на следующей неделе. Я просто не знал, что в Брянске, кроме таможни, еще два сортировочных центра. И вот как бы пока модели путешествуют по Брянску, но сегодня в ночь они уже должны были выехать в город Москву. Так что я думаю, ну, вторник, среда. Как я всем говорил, это значит от 3 недель до 1 месяца доставка, плюс-минус 3-4 дня. Так что вот, ну, как бы ничего не меняется пока. И в сроки доставки моделей, которые идут в город Москву, как бы все по графику, скажем так. Нету никаких пока больших катаклизмов. Поэтому обращайтесь, друзья, смотрите видео, смотрите, как я делаю макет. Вокзал, я думаю, завтра, может быть, успею доделать, может быть, не успею доделать, но как бы пока вот получается, как получается. Да, может быть, не очень эстетично, потому что я делаю это первый раз, так что приношу свои извинения, но вот думаю, что следующий вокзал или еще что-то, что будет ставиться на макет, уже будет более эстетично и более профессионально сделано. Так что ни с кем не прощаюсь. Заходите, смотрите, задавайте вопросы. Доставка продолжается. Модели идут в город Москву, и вы можете совершенно спокойно обращаться. Если кто-то зайдет ко мне на eBay, то там 51 лот стоит. И, по крайней мере, 3 или 4 модели я туда еще не добавил, потому что готовится макет, принесли жидкость для дымогенератора, чтобы это вы все увидели, как бы, чтобы это было наглядно, а не виртуально. Поэтому заходите. Всем добра, мира, удачи, хорошего настроения. Ну и, конечно, хороших покупок и новых моделей. Со звуком и с дымом, которые, кстати говоря, на следующей неделе будут уже в Москве. Всем добра и мирного неба!